Можно ли сыграть спектакль без единого слова? Для артистов Самарской площади это не вопрос. Театральная постановка «Играем без труппы» – это пластическая клоунада по карикатурам датского художника. Герои попадают в комичные, трогательные и романтические жизненные ситуации, понятные каждому зрителю. Это первое выступление труппы перед живым залом за 5 месяцев. Эта фраза уже такая расхожая, что театр – это здесь и сейчас. И тем не менее, театр – это действительно здесь и сейчас, и обязательно со зрителем. Обязательно должна быть обратная реакция. Вот эта горошина, которую кидаешь в зал, она обязательно должна вернуться. А иначе нет спектакля, нет театра. Спектакль на заднем дворе Самарского областного художественного музея – это часть совместного проекта театра и музея. Постановка стала своеобразным продолжением открывшейся одноименной выставки французского фотографа Жерара Юфера. На его черно-белых кадрах, как и на карикатурах Бетструпа, запечатлены забавные и интересные моменты. Только не из повседневной жизни, а из жизни музеев и галерей. Эта выставка долго ждала своего звездного часа. Ее готовили к майской ночи в музее. Всем жителям нашего города от всего сердца желаю ее посетить, потому что это большая редкость. Мы очень долго готовили этот проект, еще очень долго он отжидался в запасниках нашего музея. Наконец-то есть такая радость прийти в любом возрасте, чтобы улыбнуться, чтобы переосмыслить свою жизнь и провести этот день в музее. Выставка французского фотографа продлится еще 2 месяца, а потом самарцы успеют оценить, как зритель взаимодействует с экспонатами, увидеть себя со стороны и задуматься о своем отношении к искусству. Мария Илчан, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.